В Люберцах состоялся открытый турнир городского округа по кёкюсинкай-карате. Это ежегодные соревнования, которые проводят накануне Дня защитника Отечества. За поединками спортсменов наблюдали мои коллеги. Более 300 спортсменов из Москвы, Московской области и соседних регионов встретились на татами в люберецком ФОКе. 20 команд борются за звание лучшей, самая многочисленная из Люберец. Городской округ представили около 100 юных каратистов. Ну, я готовился серьезно, я очень переживал, но пока я все выиграю. Я всем хотел бы пожелать всем участникам турнира победы, если проигрыша, никогда не сдаваться, если проигрыша, то надо в следующий раз занять первое место. Занимаюсь я 5 лет. Мне нравится то, что тут контактные поединки. У меня 10 первых мест, 14 вторых и 4 третьих. На турнире представлено 55 категорий. В каждой определят тройку лучших спортсменов. Для победителей и призеров Федерация кёкюсинкай карате подготовила кубки и медали. Наша сборная городского округа Люберцы подготовлена очень хорошо. Это показывает не только наш турнир, который сейчас проходит. Мы в этом году с Центрального федерального округа России сборная привезла 5 кубков. Готовимся на международный турнир, который будет на следующей неделе. Там заявлено 2200 участников. Порядка 35 спортсменов из Люберец будут представлять там Московскую область. Всего в Федерации кёкюсинкай карате городского округа Люберцы занимаются около 800 спортсменов. Набор проводится с 5 лет. Тренировки проходят на базе общеобразовательных учреждений, а также в спортивной школе Олимпийского резерва. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.